Тут жило поневольское до революции. Ну, только в ЯЕ было 4 дома тут или 5. Слуги жили и на инвалид было. Говорили, это рассказывал тесть мой. Ну и когда вот революция получилась, нас спрятала свое, ну, наследство свое. Взяла это золотишко, которое надо было куда-то деть. У нас ведь ноги вдирали с Мстиславля, потому что, как тебе объяснять, у кого деньги были, те отсюда шороху давали. Тут многие. На этой горе, когда во время революции была распердиха, это все это ерунда была, короче, и нас закопала со слугами со своими. Тут было всего 3-4 дома. Вот последний дом, вон те стоит, молдовановый, это теща моя раньше жила. Ну и закопала этот горшок, короче, глиняный жбан здоровый, говорили. И слуги после Отечественной войны с Польши приезжали сюда. Еще раз спрашивали, где стоял этот дом, где груша та, которая между грушей, оранчир был, ну, между грушей и домом закопали это золотишко тое. Ну, отец говорит, если кто бы нашел, дед мой, любит выпить, ну, сегодня выпил, ну, и едва раз спрашивает, что он и интересуется. Ну и говорит, если кто нашел, я не ведь это, что-нибудь признаваться, тут кричать на всю улицу. Я не забрали золотишко и удрали, может, за границу куда что. Ну, а может лежить, говорит. Кто будет прерывать это? Вот так и получается, что эта гора золотая, поневольская, тая Пятницкая горка. Через Равок тут Замковая горка. Дальше там Дятинец Мстиславля. Это Девичья горка. Ой, это угу. Вот тут Троицкая, да, тоже мы евреев расстреливали, немцы уже не любили евреев, это такая система, это наши горки. Ну что, что тут рассказать хорошее? Сами искали клад? Ну, клад никто не искал, как это был аппарат, его пройтись, поглядеть, понятно, так другое дело. А что ты перерывать будешь эту гору, сам знаешь. Гора перерыта, ну все, тут асфальт, и газ лежит, и тут еще все перерыто. Потому что, я говорю, тут и телефон ложили, и газ ложили, и воду ложили, тут все перерыто. Вот такая поневольская славится горка. Что честно говорю, как я знал, где этот дом стоял, я бы там перерыл все, ну, сам знаешь. Короче, тишина мертвая еще, а кто нашел, неизвестно. Я уже 65 годов живу в Мстиславле, ты родился тут и вырос, только что не на этой улице жил, на другой улице я жил. Жил я на Светлой улице, Светлая такая есть. Ну, раньше Казьмирово был поселок, Казьмирово, сейчас Светлая улица там тоже, приезжие. Там сестра моя, Танька живет, и Валька Бабова, это самые долгожители, а так все приезжие тоже. И у нас то же самое, моя его супруга, тут Надежда живет на этой улице, на долгожитель. И больше тут остальные все приезжие. Вот тоже дома строили, севера, один-два, уложили деньги просто, люди уложили деньги, валюту уложились.